Леди Гейс, ребят. Что-то мне не сразу сначала понравился герой, но что-то потестил лобби, вроде прикольно. Собрать его через лайфстилы, кровотечение, куча магического урона. Залетает прям дэмэдж такой нехилый, на самом деле, от нее. Так, а что по раскачке вообще? Кстати, не подумал даже. Я просто потыкал на хай левеле. Ну ладно, пофигу. Пока что третий возьму. Так, ребят, не забывайте подписочку на канал тыкать. Посмотреть там, может быть, стрим идет, не идет. Прямо сейчас, кто видос смотрит именно. Скорее всего, идет стрим. Большой долей вероятности довольно часто стримили, довольно много. Так, пока что фармим. Собираем героя в магию, собираем героя в властилы. Из понятного. И очень много дамажим по врагам. Прям задалбываем, что капец, врагов. Оп. Такс. Угу. Так, мне второй спелл понадобится взять. Кстати, неприятно немножко. Тут попрошивают нас с ним. Прошивка идет по нам нехилая. Кстати, по-моему, кнопочкой промазываю, да? Вот так чисто. Попал, нет? Нет, промазал. Unlucky. КП 650 всего лишь, но ничего. Можно второй взять, урон в секунду взять. Оп-хоп. Задонайли полностью, парень мало что полутал за этот килл. Так что красота. Так, можно воодушитель сразу взять. Бавро через него отыграть прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ой-ой-ой. Опс. Здравствуйте, парни. Что, нажали кнопочки? Получилось убить легенды. Меня заслипали и попробовали забрать. Не получилось, анлаки. Вы думали, я буду жертвой? Я стал охотником, вы жертвы, мальчишки. Вот так вот надо. Да, убить. Так, что у меня? Запись же идет, да? Хорошо. Запись идет, это замечательно. Так, блин, короче, давай я просто оформлю крипов, наверное. Это нам надо бы. Кстати, мувспид уменьшается, когда мы второй спелл нажимаем наш. Так что его надо так, сомнительно нажимать. Когда ты уверен, что ты не... от тебя герой не убежит. Так что тяжело будет, тяжело. Так, я даже не знаю, что взять вообще пока что на первые бабки. Вообще и лайфстил хотелось бы какой-то. Ладно, давай пока похилимся хоть как-то. Хотя бы обрядом лечения хоть чем-то. Нас тип подхилил, молодец. Это нам надо. Подхилка это хорошо. Особенно хорошая подхилка, когда тип у нас кнопки не скидывает. Вообще становится супер хорошей подхилкой. Оп-хоп. А, unlucky, а теперь сваливать. Не, не получилось меня подсейвить. Но пока начало игры надо подумать вообще. Как лучше стоять, потому что ХП очень сильно тратится. Добавочное восстановление брать как-то не хочется, потому что ты его довольно быстро выбросишь. Что нужны лайфстилы, нужны арморы, нужны стамины, все нужно. Хотя, в принципе, еще бы и нет, казалось бы. Еще бы и не взять ХП регенчик-то, а? Добавочное восстановление. Оп, здравствуйте. Ух ты ж. Че, я там подхилился нормально? Или не особо? Ой-ой-ой. Оп. Ладно, он убежал. Фиг с ним. Крипы умирают под тавером довольно много. Надо хилиться, жить хоть как-то. Кнопками его попадать. Пока вторая игра только на героя за месяц или полтора. Первая игра была, когда только всех героев тестил. На каждом персонаже сыграл. Так что будут нереальные ошибки, конечно. Вот по типу вот такой вот. Когда нажать кнопку надо, не надо. Чем больше я буду я нажимать эту кнопку, тем быстрее я привыкну к этому герою. Все просто довольно. Так что жать кнопки надо обязательно. Не бояться нажимать эти кнопочки. Ух, прям нормально они пробивают, на самом деле, меня. Пробил неплохо, кстати, их. Ну как их? Хотя у парня на парадоксе, смотрю, тоже есть какие-то определенные проблемы. Парень очень далеко пополз туда. Прям супер далеко. До Сандера бы дожить. Было бы неплохо. Сандер прям много бы делал бы, на самом деле.
Что, мы нашли типа проблемы какие-то? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, жить-жить-жить. Ой-ой-ой, ну ладно. Я попробовал помочь и сам откинулся за это, анлаки. Герой теряет хп при нажатии своих кнопок. Второй спелл может подхиливать хорошо, но тоже надо подойти в упор, вот это вот все сделать дело. Не знаю, ботинок, наверное, надо будет купить вживание, чтобы бегать лучше. Лучше, проще все намного было вот это вот дело. Оп, оп. Не попал по мне? Будет это заударить? Или не будет? Так, вы получили Сандер? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Как мы их попустили, хорошо. А типа ультанул вовремя, смотрю. Прям получил ульту, сразу вжал, красота. А я что? А что я могу нажать на него? Хилинг Райт? Давай поднажмем. Чтобы оно у меня больше не горело. Что якобы должен его нажимать там что-то. Ой-ой-ой, слушай. А ты прям уверен в своем действии, а? Оп. Не знаю, что-то я нажал. Что-то как-то. Довольно быстро они, похоже, отсейвились от моей кнопочки. Ладно. Пока жмутся кнопочки, чтобы нажаться. Все нормально. Так и должно быть. Все хорошо в этом деле у нас пока что. Потому что так, по сути, и должно быть. Оп. Оп, нифига себе. Застрелили. Не нравится мне парадокс, как герой. Я на нем играл. Не особо понравилось мне. Слишком командозависимый какой-то. Уж прям команда, команда, команда. Нет команды, все. А надо что-то сделать. Без команды никто и ничто. Без команды я никто, и звать меня никак. Весь герой чисто. Бах! Попаял? Попал, хорошо. Здорово, мужик. Подхилишь меня немножко? Ой-ой-ой. Тоже как-то дамажить так, чтобы сам не умереть здесь еще. Ой. Оп. Попасть. Попадать бы еще как-то тут. Оп. Ой-ой-ой. Ой, разменялись, ладно, пойдет. 3000 рублей на руках, надо бы что-то купить. Так. Капец, у меня много на самом деле. Давай ботинок какой-нибудь, давай. Душегубная пуля на вампиризм. Душегубная пуля будет неплохой такой вампирик давать мне дополнительный. Что мне на самом деле надо. Сапог мне надо, чтобы догонять врагов нормально. Так что пойдет. Надо, надо, все надо. Мистический выстрел, наверное, было бы неплохо еще взять. Хорошая вещь, но слот на нее тратить как будто бы... Хотя стоп, он же в этой берется. Забыл. Как он называется. Оп. Он же в оружие берется. Так что как будто бы пофигу. Ой. Оп, подхиливаемся. А я нажму ульту? Не, не нажму ульту. Это он меня слапнул с... А кто мне урон снес такой огромный? Парадокс? 500 урона от пули? А что ты вообще собрал на него? Мистический выстрел, скоростной магазин. Ну, довольно много он мне снес, на самом деле. Многовато. Неожиданно, как многовато. Но тут я подавил. Оп. Оп-хоп-хоп. Такс, хорошо. Попадать бы кнопочками, на самом деле. Вот, например, вот так вот. Оп, похилиться. То, что я потерял. Отхиливаем себе дело обратно. Хоп. Бабахнуло по нему. Такс. Это у нас вот так вот жахнуть. Токсичное поле полезная вещь, слышал. Очень полезная, мне понравилась. Слушай, ну прям... Вот так вот бы задал бы этих почаще как-то. Было бы неплохо. Оп. Попал? Попал, попал, хорошо попал. И еще попал. Да ты что? Побольше этих лайфстилов всяких. Оно не свапает хп, если это плохой сап, да? А дальность свапа. Точно, я понял, надо дальность свапа.
не слапается, если герой слишком далеко. Так, можно импульс взять, довольно приятная вещь. Было бы для меня. Добавить спиритизм тоже было бы неплохо, потому что и хп регены, и спиритила. Все надо. Все надо, все в дом, как говорится. Уже потом... Да, вот эта дальность умений по-любому надо, потому что кнопку тяжело пасть ее. Слишком она, что она близко кидается. Уж прям супер близко. Ее кинуть надо. Что как бы имеет некоторые проблемки. С нажатиями. Оп-хоп. Крипчики-крипочки. Это у нас что такое? Ух ты ж. Забрали молодую. Что там, будет лайфстил куплен? Понял. Ну, токсичные пули решат этот вопрос, на самом деле. Довольно легко. Будет кровотечение то же самое, будет хорошо прям. Чтобы попадать этой кнопкой, было бы неплохо, конечно. Оп. На. Бабах. Ух ты ж. Ну вот это, кстати, даже не знаю. Для него приятно, для меня приятно, то, что он меня хукнул так. Свапал. Unlucky, конечно, блокхольчик получился. Unlucky, dude. Такое бывает. Ой. Так, что бы я хотел еще? Надо и замедление тоже какое-то взять. Против врагов. Хотелось бы проворную посту взять. Чтобы бегать быстрее от типов. Ну, за типами от типов. Все это дело надо бы. Тык, тык, тык. Оп, на. 117 дамага. Так, быстрее заберем крипов, быстрее сюда свалим. Как будто бы. Ощущение такое. Или не свалим. Оп, здравствуйте. Это Виндикта я застрелила. Красиво получилось. Так, ладно. Хочу замедляющее поле, чтобы враг так быстро не убегал от меня. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, пора сваливать, потому что у меня хп уже мало довольно. На самом-то деле. Довольно маловато хп. А Сандер у меня... Сандер у меня нема. Так, у меня хпшки. Как бы их восстановить? Самое лучшее восстановление хп это дать Сандер кому-то. Но тоже надо подойти в упор. Какой-то камень переноса иметь. Что-то подобное было бы тоже неплохо, на самом деле. Оп, забрали молодого. Ой-ой-ой. Надо подсваливать отсюда по ощущениям, потому что мало... Мало хп слишком. Наверное, за Регению схожу для начала. Так, ребят, лайкосики не забываем, подписчику нажимать. И проверять, идет ли стрим. Можете всегда стрим посмотреть, а не видосик. Ну, а те, кто на стриме, если что, я видос записываю, если что. Помимо стрима. А то не поймут, о чем речь вообще. Я свапнул по хп. Но пока что-то опасное. Я ворвался как-то. Больновато. Я впитал 3700 хп. Откуда такой дэмэдж? На такой стадии игры. Нехило так на самом деле повпитывал. Хочу токсичные пули себе формануть. Потому что 3 пульки и мистический урон будет на самом деле неплохой. Она барьер купила? Или откуда у нее барьеры? Набрала барьеров, смотрю. Каких-то. Но через барьеры она не играет. Виндикта. Не знаю, мне барьеры очень нравятся. Я думаю, сейчас барьеры просто брать на половину героев, которые бьют с руки. Ну или вообще на всех героев, которые с руки бьют, неплохо. Вообще барьеры очень неплохие. Плюс валь, который можно вообще просто взять и подсейвиться так нехило. Так, это у нас что такое? Опс. Блин, это он нехило так вылазит на самом деле. Оп,
Блин, а можно попадать по типу? А не только бегать за ним. Было бы, кстати, коротечение какое-нибудь, было бы еще лучше, конечно. Оп. Ой-ой-ой, это, типа застрелил соло? Это соло было? Едеть, 2500 хп, кстати, снес. Так, на... будет токсичное поле, будет намного лучше, конечно. Блин, конечно, в замедление хотелось бы еще одно взять. Чтобы враг вообще стоял на месте ФК. Замедление вроде как должны стакаться, и типа вообще убегать не сможет. А мы в свою очередь будем его задалывать очень сильно. Инфернус, убегать, парень. Браза, убегать, что капец. Лаки идут, не получилось убежать. Так, дальше я бы купил... Да, замедляющие чары. Чтобы от меня так враги не убегали. К которым я буду присасываться. Что, напомню, при присасывании у меня... Есть некоторые проблемы. Я замедляюсь довольно неплохо. Хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Попал мальчиком. Так, а я по обоим, что ли? Офигеть. Что за дэмэдж такой невероятный? Фантомочка пришла, забрала меня. Так, а мне это уже не нравится. Немножко. Урон от пуль 700. Что, типа обратку купить? И просто бегать типа, слушай, а почему обратку реально не купить? А почему бы и нет? Я же могу позволить себе и просто врываться в типа. Будет меня бить, будет в обратку умирать. Почему нет? Сейчас нафармим. Я ульту, конечно, потратил, но это капец полный. 3-8-11. Но когда первый раз за героя играешь, надо побольше умирать. Больше активности, а не просто пассивный фарм. Это правильно. То, что в таверне... Вот такое вот оправдание. То, что в таверне хожусь. Больше активности, больше понимания игры. Все просто. Где, что, как и почему. Тип здесь фармит. Так, можно за врагом побежать. Кстати, здорово. Как ты, делишки? Хоп-хоп-хоп-хоп. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А что по мне... А, по мне бабка настреливает. Капец, все это время. А я не заметил. Ну, бабка, ну, старость, конечно. Неведомая чертовка. Так, ладно, пойдем на базу, зарегенимся. Нифига себе, это что за 200 хп откуда? Зарегенило мне только что. Ладно. Зарегенимся и поехали дальше. Так, зеленую бы подпушить, хотя... Нет, пойду файтиться. Нафиг мне вот это вот зеленое, желтое, красное, фиолетовое, нафиг. Пошли файтиться, пошли махаться, пошли драться. Вон, у меня там команда умирает. Надо команде помочь. Читаю. Нифига себе, он уехал, конечно. Нормально так. Ой-ой-ой-ой-ой. Кровотечение настакал, отлично. Хоп-хоп. Ой-ой-ой-ой. А кровотечение настакивается, нет? Там прям нормальный такой лайфстил должен быть, на самом деле. Со всего этого добра. Так, я могу хпшкой сапнуться с кем-то. Так-то. Учитывая мое хп, сапнуться с кем-то хпшкой было бы очень даже неплохо. Ух ты ж. Я не успел, кстати, нажать. Меня шотнули довольно быстро. Так, вместо хилинграйта взять обратный огонь. И теперь у меня будет обратка. Довольно неплохо, на самом деле. Так, а вот то, что меня так шотнули, это не прикольно. Так, помимо всего этого, мне бы барьеры взять вместо добавочного восстановления. Наверное, возьму барьер. Хотя, подожди, у меня слот есть. И замедление, блин, хочется. Чтобы враги не могли так просто убегать. Потому что... Выстрелами еще попасть надо, а кнопками попадать не надо. Кнопка направленная. Ох, мне дико валит. Ой, стреляет хорошо она, физическая. Да, у меня тоже физическая виндикта была. И валит она хорошо, прям, в отличие от магической. Магическая это чисто сапик, как. Тот же самый парадокс. Что довольно-таки сомнительный, на самом деле, импакт. От магического героя. Вообще магический герой довольно сомнительный импакт носит. Лучше физического делать, но... Не все герои хорошо сделаны именно под физу. Например, Леди Гейс все-таки с... Все кнопки от магии, скелеса, вот это вот все. Кроме ульты, наверное. Хотя, кстати, с выстрелов довольно неплохо сваливает.
40 дэмэджа приходит. Прилетает неплохо от нее, конечно. Но физическую Леди Гейс, конечно, собирать это умом. Как будто бы. Ну, а чё бы и нет. Второй спал за Максила, пошел за долбой типов. Оп. Такс. Что бы я хотел купить-то по итогу, а? Замедление? Спирит арморы? Что бы хотелось? Да, и спирит армор. Где он, кстати? Физическая броня. И замедление. Все, у меня по сути все есть. Я закуплен по полной. Оп. Я готов драться. Жестко драться, причем. Оп. Нет, тут враги везде или что за фигня вообще? Что за фигня, я не понимаю. Все убегают, кстати. Да ну тебя нафиг. Черт тупо. Не дает поиграть. Бегу фиг пойми куда за кем-то. Где Виндикта? Вон Виндикта. Пойдем ей поможем. Вообще у меня хп, если закончится. Опа, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваши делишки? Что, приятно играть за суппорта, да? Вообще неприятно. Ну, суппорты они такие, да. Вырывается один герой, забирается спокойно. Все, это весь герой. Суппорт. И тебе не поможет даже Абрамс, который умирает соло от кого-то. И все. Ну, понятно, что у нас 3 на 2, но все равно. Как бы я просто пристал к типу, и он ничего не может сделать. Весь его геймплей. Ух, это мне? Нет. Это не мне. Это не мне, к сожалению. 2 дня без секса. Наколедовал, конечно. Это, конечно, колядын, колядын, батька один. Дайте мне гроши. Это шиза, капец. Так, поехали ломать домики. Кстати, кровотечение работает на домике? Откуда мне Метхарджина? Откуда он по мне вообще настрелял? Не понял. А, здорово, мужик. А ты где? Здорово. Оп. Ой. Парни, что-то я ошибся, я понимаю, извините. Извините, я больше так не буду делать. Парни, пожалуйста, пожалуйста. Не надо. Офигеть, их тут столько. Их здесь столько, что капец. Физурон преобладает здесь. Добавочное восстановление выбросить. Купить пулевую броню. Купить, кстати, вот... Какие у них вообще герои? Физа, физа, физа. Физа, физа, физа. Я понял вас, парни. Пулевую броню берем. Раз мы все физовые такие гении. Так, что в моем случае даст мне прокачка спылов? Ульта, скорострельность, сопротивление спиритизма на 8 секунд после применения. Кровавые шарики. Во время всасывания жизненного врага накладывается безмолвие. Он должен находиться в поле зрения. После взрыва на земле образуется токсичный круг. Вот это нам надо, кстати. Это плюс ДПС. Первый спел не только взрывается, но еще и АОЕшка останется после него. Лужится. А это нам как бы надо, надо. Лужицы мы любим оставлять после себя, конечно же. Так, здорово, парни. Здорово, парни, как ваши делишки? Оп. Нифига себе вы, конечно. Ребята, вообще капец. Бабах. Неприятно тогда. Миллион урона. Просто миллион кнопок вжали и быстренько пошли хилиться на базу. Все? Соло получается? Просолено? Ботинок я апл? Ботинок я, кстати, апл, да. Ужапнута вещь. Ну тогда поехали дальше. Просто вжал все кнопки и задушил типов. Абрамс, 28к хп, где? Где 28к, братишка? Где твой нетворс? Все хорошо, не потерялся мальчик? С своим 28к нетворсом? Нема, все. Я все впитал соло. И вынес. Так, на. Оп, первый спел оставили. И все, и он тут суеты навел. Я фуловый там. Ладно, почти фуловый. Нет, не понял. Это что такое? Суппортик, здорово. Суппортик, привет. Он вышел, да? Ладно, пофигу. Вышел и вышел, фиг с ним. Он там друга позвал, Мари. Оп. Друзей позвал, Мари как.
Замедление, кстати, Silence, вот это неприятно. Вот Silence это реально было неприятно. У меня вообще парадокс забрал, кстати. Сколько мне урона снес. А как глянусь, полученный урон именно от парадокса. 1200, 1600, понял. Так, ну тут магический урон был. В любом случае, магический армор надо купить. По-любому. Потому что магический армор снижает получаемый мной урон. От моих сполов. Так что мне это надо брать обязательно. Что тут происходит? Чемодан бегает от бабки в соло. С камень переноса играет. Кстати, у меня тоже камень переноса. Динамо, какой хороший Black Hole. И убежать. Black Hole подвоевать, тиммейтов нет. И зачем он нужен, непонятно. Только хотел подпалить, а потом смотрю на ситуацию. А зачем он вообще нужен был? Забудем, что я соло умер. Неважно. Проверить свои кнопочки. ПТС будем поднимать на нормальных героях, на которых умеем играть. Так, поехали меситься. Ух, за суету, парни. О, парни, браза, здорово. Это мне фарм? Иди сюда. Есть, задушили молодого, дальше. Видите, как осталась лужица? Как она крипов месила. Да, магический, магический, что ли? Походу, магический, да. Yellow. Ну, сейчас это, денег хватает, я спирит армор куплю. Опс, отлично. Все, взяли. Поехали. Оп-хоп. Yellow горит, парень. А, ну забрали этого Yellow, смотрю уже. Фантомка 27 Connect Wars. Ну, в принципе, тут нет героя, который нас бы в соло всех убивал. Учитывая, что они все в таверне вообще. А у Хеза 4-14, то... Звучит как выигрышная игра, смотрю, на самом деле. Прям легчайшая. И выигрышная, и легкая. Сразу же. Silence. Кровавые шары, кстати. Вообще, Silence хорошая вещь, на самом деле. Поздалывать врагов им, так сказать, довольно приятно. Тык, тык. О, здорово. Бэк горит. Браза. Оп. О, а я могу ульту сжать? Парня. О чем? Я тут просто заберу, да? Спокойно. А я буду хилиться или нет? Слушай, а может все-таки... Все-таки вы не будете меня так лупиться? Мили-атака. Тип просто бежит, меня мили-атаки жмет. То это? Чемодан разменяется? Разменялся, хорошо. А теперь сваливать. Но он скажет, что он разменял меня? Или себя? А меня разменяет еще? Команда подъехала, кстати, смотрю. Хорошо прям. Так, мистическая уязвимость, хорошая вещь, слышал. Прям приятная. Минус сопрот у врагов. Плюс мне сопрот аспиритизма довольно неплохо. Хорошая вещь. Не знаю насчет КДРа, конечно. Вещь хорошая, учитывая, что я спавлю кнопки просто первый, третий. И пытаюсь отыгрывать от этого. Вещь действительно хорошая. Ну еще бы усиление лечения взять, потому что у врагов может быть гроза целителей или что-то подобное. Например, у Абрамса есть что-нибудь такое или токсичная пуля. Гроза целителей я не наблюдаю, зато есть усилитель лечения. Ну, у меня токсичная пуля, так что поможет чутка совсем. Токсичная пуля действительно немало дамага вносит. Мне прям понравилось его дэмэдж. Урон, кстати, повышается наш магический аспиритизм, и при этом по нам тоже. Половина урона залетает от спиритизма. Обычно от сполов. Но при этом, так как мы еще и купили шмотки на сопротивление спиритизма, то еще меньше урона по нам залетает. С приятного. Симпульс как будто можно было бы купить. Спамишь кнопки. Урон как-никак все-таки дополнительный. А это хорошо. А вот дополнительный урон это все-таки тоже вампиризм какой-никакой. Так, что-то враги здесь где-то бегают. О, здорово, бабка, а ну сюда иди, бабка, а ну вернись. О, тут команда вся, смотрю, ихняя. Оп. А я нажму ульту или нет? Не, не нажму. Я почему-то в Silence попал или я вообще кнопку не мог жать? Типа меня этот мираж ворвался и как будто бы все. Ничего я не нажму. Это всего урона показывает от самого себя, нет? Не показывает. Фантомка нашла Инфернуса, вот это
600 рублей, кстати, валяются довольно неплохо. Блин, тут просто файты постоянные. 51 на 46 счет. Динамо опять от кого-то убегает. Сейчас не, Black Hole не нажмет все-таки. Сейчас просто жмет Black Hole просто потому что. Ну не нажал. Это капец. Бесконечные файтинги у нас просто. За респект. Ну а что, кайфово? Есть еще какие-то вампиризмы? Кровопийцу, наверное, надо взять. Чтобы иметь еще больше вампиризма. Собраться бы как-то в шестером, чтобы меня не сбрило 2-3 человека. А то меня всегда сбивает 2-3 человека. Я вот это заметил. Да, у нас тут файты за респект, о чем речь вообще. Бесконечные. Хоп. Даже сейчас. За что это файт? Не, браза. Don't fight, ты нам это не скажешь никак. Мы пришли поместиться за респект здесь. И только ради этого. Только ради этого мы играем. Файт и за респект. Оп. Здравствуй, бабка. Или кто-то там такая. Оп. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой. Это не я нажал? Не, не я. Как отменить? Что такое? Суп? Что такое суп? Что такое суп? Это борщик? Ладно. Ради вас чисто зайду, загуглю быстренько, что такое суп. Translate. Суп. Это у нас как дела? Понял. Еще типа супер это ужинать. Слюрп это хлебать. Как дела, ребят? У всех все хорошо. Так, я что-то уже потерялся, что вообще происходит здесь. Если честно. Оп. Продамажили немножко и пошли обратно. Магини за нас играет, да? Ты смотри, какой-то подхил ко мне прилетел вообще непонятный. Оп-хоп, и пошли дальше. Красота. Нифига себе тут наваливают, конечно, турельки. Оп, первый спел кинул. Первый спел довольно много, на самом деле, носит. Импактишка. Опа. Ух ты ж, а как подняться? Я тоже сюда хочу, парня. Ой, ну ладно, пофигу. Нифига себе она там навалила. Ну пофигу. Тык, 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 тык. А, идет. Хорошо. Че, импульс апнуть как вариант? А по импульсу это довольно неплохой, неплохо по ДПСу повысится. 9% доп урона от макс здоровья врага. Ну как будто бы... Или союзниками, то есть меня. Что будет на спичке к нему? Доп урон при соблюдении условия. Как оно работает, непонятно. Ну пофиг. Так. Я хочу поместиться за респект. О, файт за респект не будет. Все, закончилось, урна. Блин. Урну принесли. Кстати, вот эта вот стрела на любой точке карты одинаково бы надамажила. Здорово, мужик, как дела? Бабах, неприятно, понимаю. Неприятно, да? Кстати, видите Керри? Керри Хеза, ребята, если что. Кому интересно. Керри Хеза. Здорово. Как твои дела? Как же она пытается убежать, это капец. Как же она старается. Соло. Ой-ой-ой, подожди, рано радуюсь, это капец. Да жди, это... Я капец как рано радуюсь. На рыбешку одну послабее будет, и рыбешка посильнее, да? Я двух чисто соло завалил только что, а третьего я не ожидал видеть вообще. Абрамс, смотрю, нормальное лицо ломает, на самом деле. Абрамс прям валит лицо хорошо. Вообще, можно взять грозу целителей, и хотелось бы усилитель лечения взять. Но как будто бы что вместо чего брать, непонятно еще. Но хочется взять реально все, и то, и другое. А, в мистике можно что-то продать, кстати, бесполезное. Например, инфьюзер. Он, конечно, дает краш здоровья, но сомнительное довольно. Краш здоровья. Вообще импульс можно взять. Импульс это хорошо. Это то, что мне надо как раз. Чтобы спамить кнопки еще чаще. С дополнительным уроном. Ой, а ультимейт? Упадет? Нет. Но все равно залило и так.
А может быть и попало, кстати, разлюбило с выстрелов. А Виндикта валит красиво. Че, рефрешер парень купил, нет? Реслку, наверное, покупать не буду, а то в таверне валяться на 15 секунд дольше как-то влом. Каждый раз. Учитывая, сколько мы умираем, реслка нам не поможет. Файты за респект, а не везде файты. Денег мало, на самом деле, надо фармить что-то. Ну как фармить? Файтиться за респект больше. Опа. Это что? Это меня же? Это меня позвали? Пофайтиться за респект и без меня? Серьезно? Парни, вы чего? Вы чего без меня? Едь. Блин, это Сайленс? Да, неприятно, конечно. Сайленс это неприятно, согласен. А что я хотел взять? Я что-то забыл уже. Во втором тире или что? А, вот. Усилитель лечения, вспомнил. Вместо какого-нибудь мистического охвата нет. Вот вместо высушителя, да. Где оно там? Усилитель лечения. Усилит мое исцеление на 25%. Еще резист от исцеления. Если враги резистят мое исцеление, будут уменьшиться на 15%. Не знаю, с токсичной пули они брали или нет, но пофиг. Так, бегаем с командой. Что, уже такая минута игры, как будто можно бы изруинить. И сумирать, хотя кому какая разница. Пошли, ребят, поехали. Мы нашли фантомку, а это значит что? Фантомка с инвизом? Нет, а где она? А вот она. Здорово, фантомка. Где ты у нас? Оп, оп, вагили. Сюда, фантомочку. Ну, мы можем, конечно, в теории мидбосса, но как будто бы впадло. Че, не хотим просто закончить? Тык-тык-тык-тык-тык. Оп. Ой-ой-ой, это что такое? Здорово, бабка. Бабка, привет, бабка. Ладно, она ушла. Но обещала вернуться куда-то. Куда-то, когда-то. Капец, и столько урона вроде впитал и внес сразу же. Одновременно с этим. Что? Ладно, пофигу. А ты магическая, что ли, бабка? Или что не так? Ладно, я первый спел скину и буду подхиливаться. Приятный подхил такой будет. Оп, оп. Блин, а можно попасть по тебе вообще, нет? Не, братишка, давай не надо убегать, а? Давай не надо удирать. Может, не надо? Ладно, я ему токсичные пули прописал. Он так просто не убежит. О, здорово, мужик. Бах. Неприятно, да? Не понял. А, да за шо, парня? Ну не душите, ну не все шабьёй же. Шо же вы меня кинули? Эх. Кидалы. 4500 на руках. Приписюнили кого-то. Нашли. Это все ваши бэки виноваты. Убегаторы вы эдакие. Что можно купить? У меня пиротирное что-то есть? Есть. Можно дальность убрать. Кстати, у меня плюс шмотка. Так-то. Пора бы за 6200 что-то закупать тоже уже. А что? Что за 6200 хочу купить? Хочу вообще камень переноса, хотя не знаю. Стамину как будто тоже неплохо было бы иметь. Можно кровопийцу взять, кстати, хилиса больше. Или БКБ какой-нибудь то же самое. Токсичная пуля есть, типа? Токсичной пули не брал. Ой-ой-ой. Притрогали молодого. За тупость. Притрогали. За тупость молодого, за тупость. Ох, Магинес пошла наваливать, поехала. Так, это что? Это мой выход. Поехали. Это мой выход, парни. Здорово. Я не знаю, короче, что-то потыкал. Все кнопки нажал. Чтобы типа забрать. Парня, ну не всей же. Не всей же семьей не надо. Блин, я просто все нажали, это капец. Просто развел на все выстрелы, а не ваши, Кариса. Втанчил весь дэмэш. Я убил Хезу, с учетом того, что я убивал еще миража каким-то образом. Вообще сопротивляясь пулям надо взять. Очень много пулевого урона. Сопрот пулям есть в сатаническом магазине. А еще есть в вытягивающих пулях. Можно вытягивающие пули дофармить. И будет плюс дополнительный хп от пулек.
Ой-ой-ой, и упал вниз. Вниз, мальчишка, вниз. Вниз, вниз, вниз. Ох, поехал. Ля Венедикта гонится за ним. Догонять. Ну что, нормальный такой дэмэдж у нее? Что она 30 тирного набрала? Эмблемку? Эмблемку вообще есть смысл покупать, нет? Урон от пули врагов, у которых больше 50% хп, на 25% больше. Не, ну я думаю, эмблемка хороша, как 3 сердца 3000, но... Как бы за 6200 шмотки, естественно, намного лучше. Так, я куплю, наверное, вот эту пульки. Как она называется? Вещь, которая... Вытягивающая пуля, наверное. Буду хп воровать. Я воровал, и хп буду воровать, реально. То мне с пуль как-то выносит слишком быстро. Это не прикольно, на самом-то деле. Потому что меня так быстренько с пулек забирают, и все. И нету моего героя. Не прикольно, на самом деле, нифига. Что-то парни забрали волосы. Поехали дальше. Вот бы еще нетворса побольше у меня, а то я... При моем нетворсе довольно много выношу. Еще легко героя убиваю. При моем-то нетворсе, на самом-то деле. Что, не так? Ой. Команды нету, на самом деле, тут. Команда с другой стороны поперла. Вообще и кровопийц тоже было бы неплохо взять. Она... Это кровопийца стабильнее будет, на самом деле. Чем вытягивающие пули. Хотя, давай пофигу. Там довольно много физурона. Сколько у меня теперь будет армора? Оп. Здравствуйте. А что происходит? Блин. Неприятно. Непон. Так, ну я кнопку скинул. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Упс. Тиммейт рядом. Ну, в мониторе хотя бы тиммейта вижу, это уже хорошо. Когда тиммейт хотя бы есть в мониторе. Блин, далеко убегает, на самом деле. It's fun, bro, it's fun. Нет никаких скрытых ПТСов, расслабься. Такс, хорошо. Не вижу, короче, в кого играть. Вон за парадоксом пацаны бегают. Оп, оп. Отлично. Повзрывали тут все. Кровопийцу было бы тоже неплохо взять какую-то. Ой-ой-ой. Тык-тык-тык. А, во, смотри, что есть. А, так я на него тоже могу нацепить? Или это я на стенку кинул? По-моему, это на стенку было, кажется, сейчас. Ой-ой-ой. А это без ультимейта, я так нагло не могу играть, оказывается. Но играть я так все равно буду. Нагло. Хоть и без ульты. Блин, зарегенится об кого-то хочется, КДРов нету. А в меня не попало, да? Хоп-хоп-хоп. Надо к команде как-то подъехать. Ой-ой-ой, это что такое? Это кто такой? Кто такой, кем будешь? Ух ты ж. Мукола, добрейшего, спасибо, это надо. Попробовал мага. Ух, нифига себе захил от магинеса здесь. Хороший. Бля, тут так, такая жесть происходит. Я думаю, ты видишь. Это полный капец. Тыч, конечно, не работает. Вот это плохо. Уже второй день анлаки. Подожди, а вы это опять не доломали? Судя по звукам, доломали только штас. Здесь только какой-то суеты непонятной происходит. Все за что-то месяца. Вот, кровопийца. Ой, кровопийца, это как он называется? Токсичную пулю настакал по парню. Оп. Оп, прибили. Вообще, я могу магии их там подсбривать немножко. Вот так вот закинуть по ним. И будет красота. Соло получается. Короче, герой вроде прикольный. Но я не любитель, конечно, через магию играть. Мне ближе чисто с руки навалить кому-то лицо. Вроде прикольно бегать, кнопки нажимать бесконечно. Типов лечиться, дамажить их. Кстати, 58 тысяч дэмэджа. Третье место команды.
Вопросики по скиллу. Сейчас посмотрим тип урона. Типы нанесенного урона. Бомба, первый спелл, пульки. Кстати, пульки на втором месте. Ладно, тут все остальное это магия. Так-то так, что в любом случае надо магию. Обратный огонь 4000 урона. Токсичные пули 4000 тоже. Нормально тут всего. Нехило подамажили. Типы лечения. Ну понятно, спирит лайстил, обмен душами. Высасывание жизни, душегубная пуля.